Ох. О, это ты. Что я здесь делаю, Гендальф? Но это не лучшее место для встречи. Поверь мне, Радагаст, я бы не призвал тебя в Ангмарскую гробницу без причины. Если наш враг вернулся, мы должны знать это наверняка. Ой, я думал, это он говорит. Холмы Радаура. Это Галадриэль говорила. А я думал, Радагаст, и я поэтому голос подставил, как будто бы такой дурачок Радагаст говорит, а это Галадриэль говорил. Ну ладно. Интересно, интересно. Где это мы? В Тролльем Нагорье. Так, и вопрос. У нас какие-нибудь сюрпризы-то? Ну, по идее, никаких. Да, по идее, мы ничего не открыли. Сейчас мы за Радагаста. Интересно, интересно. Ну, по идее, то же самое делает. Да, что? Ничего себе. Сильный дядька. А это зачем открылось? Не надо, не надо нам. Это птичка. А, здесь вот надо именно Радагастом. А чё, почему я не могу? Чё, Гендальфом надо? Нет, подождите, подождите. Может изгонять тьму из больных существ так? А, просто надо было с определенного угла подойти. Все, мы птички помогли. Она монетки выкакала и полетела. А, и мостик сейчас нам опустит. Ой, какая птичка хорошая. Молодец. Молодец. Отлично. Гэндальф и Радагаст стояли на высоких холмах Радаура перед гробницей короля-чародея Ангмара и девяти. Услыхав, что в этих местах творится что-то странное, волшебники решили выяснить, что происходит. Мы должны знать это. А, мы должны знать это наверняка. Это опять Галадриэль говорила, а я опять думал этот. Радагаст. Значит, это у нас уже высокие холмы под уровень основного уровня под номером 13, который называется «В поисках доказательств». Так, значит. О-о-о-о! Это что, это яма? А-а-а, я думал. Как ямка здесь? Сохранение-то где-то ведь должно, наверное, быть. И что-то монетки очень не торопясь собираются. Значит, здесь их нужно будет собирать много. Но я этим особо не заморачиваюсь. А чё, Игрик? А, то что вдвоём? А, и мы соберем мост. Все, ясно, ясно. А, хотя какой мост? Они же у нас спортсмены, хоп! И подтянулись, да? Два дедульки. По идее, что это у нас? Обитель некроманта, но тут назвали, видите, высокие холмы. Высокие холмы. Давайте с Радагаста поиграем лучше. Что за Гендальфа? Мы как бы... всегда успеем.
ничего не могу в этого стрельнуть. Что они с нами сделали? Ничего си! Так не надо больше делать. Все ясненько, ясненько. Ага, переключиться и вот в это вот выстрелить. А, ну понятно. А зачем нам тогда разрешали типа в них стрелять? Я думал, что-то можно будет с этим сделать. А что-то как-то нет. А наверх можно залезть? Как будто бы, да? Давай, 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 давай. Я же только что как-то залазил. А он не прыгает отсюда, вот он не отпрыгивает. Ну, значит, не судьба. Значит, не судьба. Птичку полечим. Хотя она как будто злая какая-то. Посмотрел я тут вчера фильм «Властелин колец». В кинотеатрах же его показывают. Слушайте, прикольно. Прикольно так вот в кинотеатре вот хотя бы раз глянуть. Интересно. Ну, там первую часть крутили, как бы «Братство кольца». Там еще такая фишка, что типа на 3 билета покупаешь. То есть не на 3 билета, а 3 билета одновременно покупаешь. И... скидка. Типа, если сразу 3 купил. Ну, сразу на 3 фильма взял. Правда, там, знаете, уже столько мимасиков вот вышло и всяких приколов с «Властелином колец», вот, что... О, замечательно, заговорился что-то и это... Что там вот слева от меня, то сидел, они постоянно ржали, весь фильм ржали просто. Там Гэндальф едет, они все, какой-то мимасик вспомнили, как он там головой там под музыку. Там-тан, тан-тарадарандан, вот эту вот фигню, тан-тарадарандан, тан-тарадарандан, вот эту вот. И пипец, и просто и ржут, 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 думаешь, да что ж такое-то. Хочется ведь насладиться, это же такой фильм, блин. Потом еще в кинотеатрах же, знаете, такая тема, то что, ну, многие опаздывают, да, многие опаздывают, и там уже фильм начался, а там же самое начало, типа, 9 колец, там были выкованы, там, 7, там, эльфам, 9, там, людям, сколько-то, так, гном, ну, короче, такой момент, и просто двери открываются, свет в кинотеатр попадает, там они ходят все, короче, блин, это так бесит. Это темные чары, Гэндальф. Они полны ненависти. Воу. Темно. Сохранить и продолжить. В общем, атмосфера, говорю, фильма теряется, потому что все ходят. Но вот такие вот минусы есть кинотеатра, да. Да все, 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 хорош, хорош. Побежали. Воу, страшно. Здесь нам нужен гоблин, потому что у нас Радагаст не умеет ползать по такой сеточке. Уже, кстати, 7 часов прохождения, я вот не знаю, ну, потихоньку-то мы... к концу, конечно, близимся. Ну, я думаю, одним видео выпущу, потому что в 12 часов уж я точно уложусь. Ого. А, это, наверное, ну, сюда нужно. Так, это что, какие-то скелетики? Не, ну-ка. Оу.
Это с мечами, ребята. А я вот туда вот справа хочу посмотреть тоже, что здесь. Здесь что-то там... тут типа лабиринтик, да? А сюда не могу? Тихо. Ух ты, монетку нашел. Ну, кто-то скажет, какую монетку? Это детальки. Ну, детальку. Не, классно, что они вообще вот этот уровень сделали, потому что... В фильме про этот... Ну, в принципе, было только в этом. В Хоббите уже. Ну вот, как, собственно, и в игре. Да. О чем я говорю? В общем, хорошо, что этот уровень сделали. Интересно, необычно. Очень хорошо вот Лего, что можно поиграть на всяких таких локациях. Мне вот интересно, это я вот основное сейчас выполняю, то, что здесь хожу? Или дополнительно? По идее, можно здесь знатно заблудиться. Да? Или не да? Хотя, в принципе, вроде бы пока особо плутать-то негде. Особо плутать негде. А что там Гэндальф мечом машет? Типа то, что я бью и он бьет. А как-то в тебя попасть можно? Когда он внизу... А почему он не стреляет? А, нужно с кнопки уйти, и они закроются. Иди сюда, Гэндальф. Все. А почему он не это? Чё-то я не понял. Ну вот он прыгает. Переключиться на... Ух ты! Понятно. Короче, не будем трогать этого скелета, пускай прыгает себе спокойно. Ну его нафиг. Что-то какая-то тень, что-то с тенью, или мне кажется, что-то она как-то криво отрисовывается. Ой-ой, он боится. Страшно ему. А чё, почему я не могу? Давай стреляй, просто стреляй. Ну и сейчас вторую, наверное, тоже расстреливаю, если что-нибудь-то произойдет. Нет? Так, ну-ка, Гендер, если туда. Чё-то я не понял. Ну ладно. В принципе, ничего страшного. О, синенькая. Так, что-то какой-то уровень попахивает какими-то побегушками. Нет? Как будто мы сейчас типа бегать будем. Ну понятно, синенький надо стрелять. Гэндальф, ну-ка давай тоже стреляй. Да стреляй вот в эту. Вот и все. Раз пламя. И два пламя. Ага, и погнали.
Все-таки звуки страшненькие. Там как будто кто-то дышал, так знаете. А, ну Гэндальф тут нам все освещает. Говорит, типа, не бойтесь. Че, паучку надо помочь? Это паучок ведь, да? Или что это? А, это птичка такая. А, летучая мышь. Все, ясно, ясно. Ну да, в принципе. А, то есть нужно сейчас в определенной последовательности стрелять, да? То есть это... А, неправильно. А, слева направо, в общем, по порядку. Все, я понял. Я просто проглядел. То есть так, так, так и вот так. Пам-пам-пам-пам. Сейчас, наверное, другая последовательность. Угу. Понял. Ну, знаете, мы прокачивали свою память в игре в поисках Немо на PlayStation 2. Там такие загадки, что ля-ля. Еще раз? Нет, все? Ну да, я говорю. В поисках Немо было посложнее. Там вот эти вот рыбы, вот это вот сельдь, они, которые всякие фигуры показывали. Попробуй догадайся сначала, что они показывают, а потом еще и запомни это. Ну здесь вдвоем надо пойти к гномам. Ну вы же с Гэндальфом не можете объединиться, да ведь? Не можете? Не можете. Ну ладно. А там ведь что-то есть. Блин, мне так нравится, да, это все собирать. Не знаю. Нам предлагают... А, так, вот сюда можно выстрелить? Нет. Понятно, понятно. А сейчас никого не будет, а то какая-то местность пустоватая. Большая. Ага. Все ясно. То есть надо встать и выстрелить. Мы вам тут все разломаем. Вы уж на нас не обижайтесь. А че он не ударил? Видимо, я кнопочку не додержал. Угу. Вот это тоже хочу сломать. А вдруг? А вдруг что будет? Ладно. Тут у нас там гномьи руны. Да, это ведь гномьи руны, не эльфийские. По-моему, похоже на гномьи. Так, и теперь вот в это надо выстрелить, да? Все? Можем проходить? Ух, как геймпад вибрирует. А DualShock 4 очень классно вибрирует. Так, это нас специально пугают сейчас. О-ля-ля. А еще? Это что здесь надо? Типа по карнизу. Гэндальф, ты там идешь? Давай, посвети-ка, дружок.
А то что-то как-то так себе видно. А они автоматом прыгают? Я сейчас, ну, чисто просто решил на А нажать. Думаю, а нажму-ка я на А. А сейчас попробую не нажать. А, нет, надо А нажимать. Все ясно. Значит, я просто угадал. А что, не ломается? Вот так. Тихо-тихо. Осторожно, осторожно, не торопясь. Все получится. Замечательно. Ничего не ломается. Мы почти собрали. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. XXXX, сейчас грохнешься. Давай, 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 давай. Хо-хо-хо, прикольно. Да, я люблю такой интерактивчик. Это валится ведь, но она валится. А, это надо сбить было. О, давай на А. Хабаньки. Что-то не набираются монетки. Гэндальф. А чем это, можем за кого-то другого? Что-то мне показалось, как будто вы знаете. Отлично, кладоискатель собрали. Все, можно? Спасибочки. Кто похоронен здесь? Его запомнят лишь как прислужника зла. Одного из нескольких. Одного из девяти. Птичку под шапку спрятал. А чё? Так, полученное достижение. Он призывает своих слуг. Я думал... Всё, в поисках доказательств. Уровень прошли. Я думал, мы с ним что-нибудь там посражаемся, что-нибудь такое будет, о чем мы просто тупо пришли туда и все. Ну, так неинтересно. Хотя, друзья, следующий уровень-то. Сколько точек? Следующий уровень-то называется. Ага, как? Сейчас вы сами увидите.